В Лангепасе проведена спецоперация «Должник». Представители госорганов прошли по адресам водителей, которые уклоняются от выплаты штрафов. О том, какая ответственность грозит им теперь, узнала наша коллега Алена Корж. Судебные приставы совместно с сотрудниками госавтоинспекции провели рейд «Должник». Они напомнили лангепасским водителям об административном наказании за невыплату штрафов. Неплательщики ранее были привлечены за нарушение правил дорожного движения и управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Если «Должник» не погасит штраф вовремя, то платить придется в 2 раза больше. А еще могут наложить административный арест до 15 суток и обязательные работы на срок до 50 часов. А сегодня совместно с судебными приставами города Лангепаса мы участвуем, сотрудники госавтоинспекции города Лангепаса участвуют в профмероприятии «Должник». Цель этого мероприятия – установление привлечения граждан за несвоевременную оплату административных штрафов по линии ГИБДД. Участники рейда прошлись по 10 адресам. Дома застали не всех, поэтому повестки вручили родственникам, либо оставили в дверях. В случае неуплаты административного штрафа в срок возможно возбуждение исполнительного производства. И если в течение 5 дней с момента возбуждения исполнительного производства должник не оплачивает административный штраф, в отношении должника могут быть применены принудительные меры взыскания. А именно происходит арест расчетных счетов должника, обращается взыскание на заработную плату должника, должник ограничивается в выезде за пределы Российской Федерации, а также может быть обращено взыскание на автотранспортное средство должника. Судебные приставы предупреждают граждан о том, что неоплаченные долги могут привести к аресту счетов и имущества, а также к различным запретам и ограничениям. Поэтому лучше всего погашать их вовремя. Мы советуем гражданам оплачивать своевременно административные штрафы, дабы не доводить дело до возбуждения исполнительного производства и применения более жестких мер взыскания административных штрафов. В ходе рейда «Должник» судебные приставы совместно с сотрудниками полиции вручили 10 повесток о штрафах на общую сумму в 300 000 рублей. Алена Корж, Олег Басарыгин, Вести и Горе, Лангепас.